Здравствуйте, мои дорогие зрители, меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Посмотрите, какая распустилась красавица, это орхидея анаконда. Очень красивая. К сожалению, у меня один бутончик сломали на вот этом цветоносике. Если бы было сейчас два цветочка, было бы, конечно, намного ярче и красивее. Но у нас еще есть полноценный цветоносик, где, я надеюсь, будет еще пару бутончиков. Ну и здесь она не остановилась, она продолжает наращивать, но он, конечно, уже цветочек будет позже. Она у меня до сих пор не пересаженная, очень-очень красивая, обещала показать. И я уже неоднократно на своем канале говорила о том, что эта орхидея достойна внимания и достойна покупки, хотя она, конечно, не дешевая. А еще хотела вам сказать, что сейчас реже выходят мои видео, все по той причине, что у меня немного приболели дети, засыпливили, естественно, закапризничали, поэтому снимать ролики стало сложнее, и поэтому у меня такой немножко перерыв в роликах. Я хотела вас попросить, кто любит мой канал, кто хочет помочь мне с его развитием, пересмотрите, пожалуйста, старые видео и поставьте на них лайк, просто чтобы мой канал сейчас не ушел в тень, потому что такое бывает, когда меньше актива, перестает он высвечиваться в ленте. Вот так вот, мои дорогие. И еще проверьте, пожалуйста, нажат ли у вас колокольчик, это тоже очень важно. Спасибо большое за внимание, за понимание, всем любви, всем огромного здоровья, всем пока-пока!